после слова «до свидания» запятая. Слово «ненависть» заключено в кавычки. Я, наверное, позабуду, улетая. Сколько стоили при Горбачеве спички? Такова цена оплаченного рая и подхода к воровству, как будто к спорту. Улетаю, раздаюсь и покидаю человечество, крысиную каморку. Мимо Африки, да медленно верблюжьей, мимо Азии, я умельно косоглазой. Мимо складов, где бандиты и оружие, мимо родины, где тюрьма дала базы. Здесь повсюду расцветают хороводы, но всегда как можно ближе к магазинам. Злые статуи отравленной свободы к нам спешат на огонек неровным клином. Слева выстрелы отчаянной базуки, справа город выясняется с деревней. Где-то люди присмыкаются как суки, где-то зверь проснулся сказочный и древний. Это прерванная кем-то кинолента, обернувшаяся ящиком Пандоры. Я обычный паренек интеллигентный, да только в сердце поселился черный ворон. Это прерванная кем-то кинолента, обернувшаяся ящиком Пандоры. Я обычный паренек интеллигентный, только в сердце поселился черный ворон. Когда-нибудь напишут алгоритм, который будет мыслить как убитый, который творить будет как и он, и воскресят тогда миллион. Тех деятелей, что ныне в позе, пригласит к себе их даже Познер, который сам уж станет алгоритмом. Вот тебе, Света, с тьмою битва. Победил тот между пластмассов. А что еще нужно этим массам? Трэша и хлеба, угада и зрелищ. Скажи мне, ты еще во что-то веришь? А если веришь, то во что? Не в революцию же ведь. Не мне, ответь себе, ответь. А если веришь, то что потом, когда придется умереть? Ты видишь смерть, ты понял смерть? Ты видишь смерть, ты понял смерть? И ты понял смерть. Она обнулит заслуги все и восприятие, ее принятие, жизнепринятие. Это вопрос, а не утверждение. Угол зрения, колесо обозрение. Он жил в лесу и молился колесо. А я стал лыс, хотя носил косу. Это постриг в монахе с душой в клетке нежной птахи. Отрубили голову, и она больше не мечтает. Но летает, но летает, но летает. Куда летает? Прерванная кем-то кинолента, обернувшаяся ящиком Пандоры. Я обычный паренек интеллигентный, да только в сердце поселился черный ворон. Это прерванная кем-то кинолента, обернувшаяся ящиком Пандоры. Я обычный паренек интеллигентный, да только в сердце поселился черный ворон.